Всем привет! Мы продолжаем, и сегодня у нас тест-драйв моей ВАЗ-2109. Напомню, что двигатель здесь 8-клапанный, на карбюраторе Megasolix 3030 с параллельным открытием. Кому интересно более детально обзор по двигателю, смотрите предыдущие выпуски, там я рассказывал детально про двигатель и что там именно в нем находится. А сейчас мы поедем, немного покатаемся, потестим. Я вам там рассказывал в видео, что у меня есть система сброса выхлопных газов, то есть когда мне надо спокойно поездить, система из паука, на выходе из паука стоит дроссельная заслонка, то есть и когда надо навалить, я открываю эту дроссельную заслонку из салона, то есть, и машина, так сказать, легко выдыхает, то есть, ну, если двигатель, допустим, заряжен, оно дает прибавку по мощности, так как нет до обратного сопротивления выхлопных газов. То есть, когда мне надо просто ездить, система закрыта, и выхлопные газы идут по стандартному выхлопу, то есть, никого это не напрягает, можно тихо ехать себе и спокойно. На данный момент система закрыта. Как видите, можно себе ехать тихо, спокойно себе. Без шума.
Вот так ездил в повседневной машине. То есть это, грубо говоря, стритовый вариант. Это не корч, то есть собранный салон. Вот такая вот машинка. Всем спасибо за внимание.